сорт томатов Ланкард. Это среднеранний сорт, до созревания проходит от 70 до 80 дней. Высота куста до 1,50 м, формировать тоже его нужно в 1-2 стебля. Это сорт с плодами-гигантами, средняя масса плодов от 300 грамм, бывают плоды до килограмма, конкретно этот 640 грамм. И что удивительно, на кусту все плоды практически одного размера, все очень крупные. И удивительно, как такие кустики могут выдерживать вес плодов. Плоды розового цвета, слабо ребристые, бывают от округлой с ребрышками до вытянутой, но не в длину, а в ширину плода. Этот сорт салатного назначения, но также подходит для приготовления различных паст, соусов, морсов. И очень вкусный в салатах. Выращивайте с удовольствием этот сорт.